Этот флокс называется «Забытый романс». Посмотрите, какой он нежный и очаровательный. Выведен Еленой Алексеевной Константиновой в 2004 году. Размер цветка 4 см, высота куста 70-80 см. Срок цветения средний, флокс белого цвета с очень светло-розовым оттенком в центре. Цветок сам по себе колесовидный, соцветия округлые, хорошей плотности, среднего размера, куст прочный, компактный, имеет крепкие стебли, выглядит замечательно. Тем, кто любит светлые флоксы, это прям находка. Очень красивый флокс.